короче, не знаю, залетит это в реку или не залетит вообще, поможет мне ТикТок или нет. Я сегодня весь день себе просто не нахожу места. Я увидела пост у Бородиной, где она рекламировала букмекерскую контору. Я подписалась на ребят, следила за ними. Я не видела более прохаванных и более таких аферистов я никогда в жизни своей не просто не встречала. Короче, у меня на счету минус. Дорогая Белочка, вот помимо того, что ты таким голосом рассказываешь о том, что ты 80 тысяч потеряла, я бы сделала, чтобы ты еще больше потеряла через суд, потому что ты пишешь, что я аферистка. Если вам хватает куриными мозгами находить левые страницы, о которых я целыми днями рассказываю и говорю, что я не рекламирую никакую букмекерку, я не рекламирую никаких мошенников и не говорю вам, срочно перейдите вот сюда, и вот вам сейчас будет хорошо. Я могу участвовать в гивах, я могу делать круг, но я всегда говорю, что вы никакие деньги не должны переводить. Те конкурсы, которые я делаю, вы никакие деньги не переводите. Если вы сами идиотки и ведетесь на левые страницы и думаете, что это рекламирую, так вы сами виноваты. Вы сами в это дерьмо влезли. И за то, что ты назвала меня аферисткой, я на тебя в суд подам, дорогая. Запомни, ты больше, чем 80 тысяч потеряешь, потому что у тебя куриный мозг. Просто, ребят, вы меня тоже правильно поймите, я сейчас очень разозлилась на эту ситуацию, потому что я неоднократно на своей странице одно и то же повторяю, что я никогда не рекламирую никакую букмекерку и никогда не говорю о том, что, ребят, перейдите туда-то, и там будет, не знаю, там лото или там что они там разыгрывают, я вообще не знаю. Вот это есть у нас многие участники, бывшие Дома-2, которые целыми днями рекламируют вот там какого-то чувака, который переводит бабки, это все вранье, это мошенничество. Я могу участвовать или круг, или гив, и вы никогда за это не переводите деньги. Это единственное, в чем я участвую, потому что в этих людях я уверена, я с ним работаю годами, и у них их интересует только подписка. Им не интересны ваши деньги. Никогда в жизни никто из них не попросит вас перевести. И эта фотография мальчика, которого нам показывают, этого мальчика я знаю, он вообще к этому не имеет никакого отношения. Эта фотография его украли. Не ищите, пожалуйста, халяву там, где ее нет. Вот бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Еще раз повторюсь, если это конкурс, гиф или круг, лично на моей странице, и я вам об этом говорю своим голосом, да, тогда вы можете. Если это где-то на других страницах, ребят, на которые я вам ссылки не давала, хватит на это вестись.